Новая утечка взбудоражила поклонников Mortal Kombat, поскольку она начала предполагать, что Mortal Kombat 12 может быть анонсирована в ближайшее время. В Twitter известный датамайнер ZTiny сообщил о новом баннере в Mortal Kombat 11, который, по-видимому, будет использоваться для рекламы следующей игры NetherRealm Studios, который, по слухам, является Mortal Kombat 12. На самом деле, это все, что указывает на скорое объявление. Прямо сейчас сам баннер просто рекламирует дополнение для Mortal Kombat 11. Однако файлы, прикрепленные к баннеру, содержат данные для предстоящей игры. Известный датамайнер не говорит, что это за игра, а это означает, что файлы, вероятно, не скрыты. Нам же, видимо, придется подождать еще немного, так как Эд Бун подтвердил, что анонс состоится в ближайшие полгода.